Всем привет, подписчики и гости канала «Пенсионер и пенсия». Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе свежих новостей. Срочное обращение МВД к пенсионерам с банковской картой. Злоумышленники начали использовать новую схему хищения денег со счетов россиян через зеркальные сайты банков. Этот способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка, сообщили в МВД. В ведомстве рассказали, что преступники создают сайт, внешнее оформление и адрес которого трудно отличить от официального сайта банка. Если потенциальная жертва зайдет на такой сайт и ведет логин и пароль от личного кабинета, то информация попадет к мошенникам, которые используют эти данные для входа на настоящий сайт кредитной организации. Мошенник, зайдя в личный кабинет жертвы, может перевести оттуда деньги или подключить к его счету услугу мобильный банк на свой номер, пояснили в ведомстве. Согласно статистическим данным МВД, с начала этого года в России зарегистрировали почти 320 тысяч киберпреступлений, что на 16% больше аналогичного периода 2020 года.